Тумсо, расскажи про референдум в Чечне 2003 года. Неужели людей прямо под автоматами сгоняли на голосовые пункты и под угрозами заставляли голосовать за Россию? Ну, скорее, там было немножко по-другому. Просто никому люди либо боялись туда, в принципе, идти, либо бойкотировали, понимая, что происходит, либо вообще даже не знали о происходящем. И это был такой фарс, когда под дулами автоматов просто каких-то людей туда реально повели, заставляли. А в основном это все, конечно, было сфальсифицировано. Сказали, что там чуть ли какая-то хорошая явка, что люди там проголосовали. Но ничего подобного, конечно же, на самом деле не было. Вообще понятие референдум и оккупация – это настолько несовместимые вещи. Нельзя проводить референдум, так как референдум является волеизъявлением. Это как провести референдум в тюрьме, это примерно вот так же было бы. Если бы среди заключенных провести референдум с вопросом «Вы хотите освободиться, выйти на свободу?» И потом сказать, что все проголосовали и сказали «Нет, не хотим, мы очень довольны тем, как нас тут содержат, нам все очень нравится». И вот кто бы доверял такому референдуму? Это то же самое. Конечно, волеизъявление народа спрашивают, когда он свободен, когда нет никаких оккупационных войск. انتظريني يا قدس وانتظريني سأزيل سدودا